Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш канал «Все о жизни, шопинге и туризме в Турции». Сегодня мы приехали в Террасити и хотим снять для вас обзор магазинчика «De Facto». Это бюджетный вариант, типа LC Waikiki, цены здесь приемлемые, модели интересные, качество на самом деле не уступает LC Waikiki, и цены плюс-минус, как я уже сказала, одинаковые. Ну и немножко хочу рассказать про наши услуги. Занимаемся мы выкупом и доставкой товаров из Турции. Вы можете у нас заказать любые товары, начиная от одежды, заканчивая лекарствами. Ну и у нас еще одна услуга классная – это выкуп и доставка товаров из Европы. Присоединяйтесь в наш WhatsApp-канал, там вы сможете увидеть разные товары по приемлемым ценам. Мы публикуем каждый день новиночки, вы их можете заказать, ну и мы вам их выкупим и доставим. Давайте посмотрим, что представлено в женской коллекции сейчас. Кстати, уже да, модный цвет этого сезона, бордовый. Свитерочки такие тоже в тренде, сейчас смотрю. У меня с Трендиола заказали по типу такой куртки, только она была длинная. Вот как раз должны скоро привезти. Пойдем посмотрим свитера. В полосочку есть. Пальтишки. Пальтишки, да. Давай цены тоже будем смотреть, называть. Если они, конечно, это кашемировое здесь... пальто. Есть. 1300 лир. 1300 лир. Угу. Смотри, еще вон жилеточки есть такие интересные. Это, понятное дело, это искусственная кожа, не натуральная. 1600. Есть дутые такого плана. 800 лир. Тут цены начинаются от 800 лир. А есть удлиненная такая модель. 1000 с капюшоном. На молнии. Два кармашка по бокам. Вот в полоску в этом году, смотрю, в моде. Они всегда в моде. Давай, вот такой свитерок 500, утепленный. Есть много цветов, синий, черный, они все серый. На флисе, наверное, да? Это одинаковая модель. Давай просто расцветки покажем. В De Facto продается много молодежной одежды. Подростковой. Подростковой, укороченные всякие модельки. Вот такого плана свитера с открытым животом. Сторону. Переверни. Размер XL 500 лир. Ну, это для твоей Мелисы, да? Да, возрастом. Вот она здесь любит 13, одеваться. 13-14 выше. Ну, или если худенькие девочки носят маленький размер, им тоже подойдет этот отдел. В интернете есть еще детская одежда. В магазинах ее, к сожалению, нету. Кстати, похоже в Заре, да, да, такого Заре плана. Подходит. Только цена здесь 1600, а в Заре, наверное, все 5. Скорее всего. У меня отсюда есть вещи, брюки, свитера, хорошего качества, ношу, нравится. Скидка сейчас 699 лир, утепленная, с Микки Маусом. Хорошенькая. Угу. Много... Свитшортики, да, по 400 свитшорты. Лир. Это, знаете, вот сравнение, наверное, как Глория Джинс у нас в России, отдел такого уровня. 700 лир. У меня, кстати, здесь Мелисса покупала в школу. Вот эти, кстати, сверху. Свитерки очень тепленькие на зиму с воротом. Давай цену буду сразу называть, если она есть. Цена 900 лир. Разные цвета. Кожаные косухи. Тут нет цены. Внизу 1500. Черная справа тоже 1500. Удлиненная, коротенькая 1000, серая 1700, наверху 1300. Джинсы, как по качеству, не знаешь? Я ни Нет, разу не... именно джинсы я тоже здесь не брала, но клиенты часто заказывали. Стоимость 800 лир. Эти 600 черные свитерки. Вот свитерок, это мы уже показывали. Да, я знаю, вот там цену хотела глянуть. Оливковый, о чем? Оливковый, 600 лир. Тоненький. Видишь, укороченный сетку. Тоже. Пойдем просмотрим еще дальше варианты. Подростковый тоже вариант, 700 лир. Яркий бомбер. Пуховики уже, да, есть, смотрю. 1700. Смотри, здесь такие рукава.
через большой пальчик на резинке липучка. И такая же в черном, да, цвете есть? Да, точно такая же модель. Карманы на молнии, кстати. Написано, что водонепроницаемые, против ветра, хорошо держит тепло. И для, вот, для пальчика манжеты. Здесь спортивные костюмы, да. Но тут верх отдельно покупается и низ отдельно. Смотри, вот комплект. И верх, и низ. Ну тоже все отдельно. Здесь 600, да. Ну в смысле комплектом 700. Одинаковый цвет. 600 и 700, 1300. Угу. Вам обойдется костюм. Плащ. В том году тоже были в тренде. 1600. Кожаный тренч. Тут реально прям подростковый отдельчик. Потоньше есть пуховички по 900 лир. Черный, бежевый. Водолазки. 300 лир. Я здесь, кстати, купила классную джинсовую юбку, помнишь? Угу. В де-факто, да, ты купила? Да, в де-факто, в этом отделе. Вот там, смотри, тоже все утепленные. Пуховички теплые. Угу. Вот впереди бежевый, угу. Длинный. И черный есть такой же. 1400 лир. Вообще шикарная цена. Угу. Видно, что теплый. Да, тут, видишь, даже написано, что... Экстра тепло для погодных условий. На русском написали. Смотри, много очень худи однотонных. Зеленая, белая, красная, черная. Свитшоты. Вот еще спортивный костюм. Теплый. 400 вверх и 500 низ. Здесь уголок спортивной одежды, вот там вот мужская, и здесь вот мы уже плавно переходим в отдел нижнего белья, пижамки. Ну вот тут уже постарше, да. То есть тут уже не тинейджеры, не подростки, а вот для нас. Такая на пуговичках кофта, 700 лир. Жилетка, смотри, симпатичная тоже, вязаная. Цена там указана. 600. Еще водолазочки классные, тепленькие. Цена 500. Только белая есть? А нет, цвета. Смотри, здесь есть синяя, бежевая, зеленая. Все, как я люблю. С блестками. Блестки. Да, я любительница такого. Кто любитель посверкать? Мне нравится. 600 лир, кстати. Хорошая цена. Смотри, здесь тоже толстовочки, худи. Все на флисе идет. Это вот тоже Нью-Йорк, да? А, нет, это уже другая. Сан-Франциско. Ты почти угадала. Все на флисе. 699, 700. Сейчас, кстати, опять вновь возвращается в моду леопард, насколько я вижу. Очень, да? Мягкая. Попробуй, какая на ощупь. Да. 600 лир. Наподобие пижамка такая есть. Угу. Смотри, еще и в черном цвете, да. Такая же. Леопард. Такая немножко оверсайз. Видишь, она идет. Или это размер прям большой? 2XL. Да. Ну, а вообще у них размерный ряд от S до 2XL. Ой, пойдем покажем плащ. Плащи. Посмотри, тут дождевики, плащи. Наверное, я себе хотела утепленные. В том году. Вот этот утепленный вижу. Да. Я хотела купить, но в нем было бы очень жарко. Смотри. У нас некуда ходить. А тот не утепленный, наверное. Да, этот обычный. Но он длинный. Угу. И сколько цена? 1500. Полторы тысячи. Цена вообще нормальная. Такой оливковый цвет, кремовый, черный утепленный и хаки. Хаки стоят 1900 почти. Водонепроницаемый, да, там написано. Пойдем с той стороны покажем классическую больше, более одежду. Смотри, здесь есть еще свитера. Кашемир. Да. Покупай одну и вторую купи за 200 лир. Так, вроде да. бы.
перевела. А одна сколько? Вот 400. 400. Получается, за 600 можно купить две. Угу. Очень мягенькие. И цветов очень много. Цвета все такие нежные, спокойные. Жилеточка. 800 лир. Такая укороченная. Вот куртка термо, кстати, она. Здесь внутри флис. Флис, но тоненький. И она водонепроницаемая. Классная куртка, кстати. А вот там я вижу метровки стеганые, да, идут? Угу. Угу. Наподобие недавно в Заре выставляли оливковую и в черном цвете. 1600. А вот зелененькую. Угу. Длинный он. Угу. 1700. Но это осень-весна, да? То есть да, да, тоненькая. Это не зима. Здесь у нас классика пошла, пиджачки. 1300. 1500. Вот еще мягенький. Ну вот сейчас как раз на летнее, наверное, о, есть распродажа где-то, да, остатки? Да, платье 900 лир. На Новый год можно. Кстати, уже... год кого в этом году? Не знаю. Не знаешь, я тоже не смотрела. В каком платье нужно встретить Новый год? Надо заранее подготовиться. Ну, мне понравились эти классные свитерки. Это под все можно одеть. Сколько стоит он? Нет. 1000. 1000. Такие большие карманы. Еще есть хороший выбор рубашек. Смотри, с бисером, с пайетками. 400. А какой размер наряд? Указано. До 2XL. Угу. Есть в розовом цвете. Есть еще обычные просто рубашки. 600 лир. Это до XL идет. Вот еще с камнями на воротнике. Тоже 500. Давай завершим отделом с пижамами. Покажем вам пижамы уже. Кстати, есть с длинным рукавом утепленные варианты. Вот у нас такого плана. Классные. 800 лир. Вот тапочки утепленные. 500 лир. Под Victoria's Secret сделали, смотри. Угу. Мне, кстати, 900. В Вайкики сходить, мне пижаму заказали. Не знаю, почему сайты некоторые сейчас в России не открываются. С чем это связано, не понимаю. Ни с VPN, ни без. Очень интересно. Поэтому присоединяйтесь, мы в Телеграме, в WhatsApp выкладываем товары уже с фотографиями, поэтому можете посмотреть. Если что, пишите, подберем вам одежду. Тоненький, вижу, материал приятный такой. Это теплая, да? Это верх отдельно, наверное, продается, да, 700? Нет, это вместе. Это с комплект, да. Очень приятная цена. 700. За 700 лир пижама. Ух, какая мягенькая. Смотри. Плюшевая? Да, это термо такая. Это на холодную зиму сторон. Анталийскую, когда ой, дома вообще... нет, не прогревается, у нас сколько нет отопления. Сколько стоит? 1300. Ой, она такая мягенькая. Вот еще в голубом есть в таком же цвете, нежно-нежно-голубом. И беленькая. Все, я себе присмотрела пижамку. Она прям классная. Да. Ну, еще такая смотри, есть детский отдел, обрати внимание, пижамы. Маленький, в интернете намного больше выбор. Как Галатасарай. 600. Мне кажется, это не... Это разве детский? Ну, может быть, не знаю. Ну, может быть, подростковые. Тапки какие. 500 лир. Как для улицы прям. Еще в розовом цвете. Ну, сейчас есть. Непонятно, то ли для дома, то ли для улицы. Да. Сейчас такие... настолько мода пошла, что там одинаково одеваешься. Вот это мне понравились. Тепленькие. Только один цвет, видимо. Дорогие друзья, будем заканчивать наш видеообзор. Благодарим вас за внимание. Пишите под этим видео «Хочу» ссылочку на Telegram или WhatsApp канал, и мы вам ее пришлем. Переходите, делайте у нас заказы. Всем пока-пока.